Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. Что-то непонятное происходит с первых же минут запуска игры. Ну да ладно, я не думаю, что мы будем здесь оставаться. Я, пожалуй, пошифтую на радиовышку. Потому что нужно открыть территорию. Смотрю, какие-то горы, блин. Холмы. Будет сложно выбираться на верхотуру. Ну да, я же забыл, это же не Скайрим. Поэтому печально довольно-таки. Придется обходить. Куда мне стрелку показывать? Ага, я понял. Что это было такое? Короче, я врезался в дерево, и мой персонаж заныл неожиданно. Ладно. Что же? Какая у нас, в принципе, задача, да? На сегодня мне бы по возможности открыть вот радиовышку, тут вот захватить этот лагерь и продвинуться куда-то. Ох, бля, да тут вообще рядом. Ёпта. Не, давайте туда. Там круче, там ближе. Смотри, там пёс! Что вообще творится? Ага, ну отстреливаются вроде свои. О. Простите. Умри, да блять. Это случайность была, хули вы такие дерзкие. Могли бы и простить, в принципе. А чья шкурка-то? Динго! Ох, вы мне подгончик сделали, пацаны. Вообще просто царский. Действие выпало. А что, только один динго? Печаль, беда. А нет, вот еще есть. Значит, мне, по идее, на сумку должно хватить. Или я не прав? Такс, сколько там у нас на рюкзачок-то? Рюкзак. Блин, еще одну шкурку динго надо. Надо будет где-то найти его. Но одно хорошо, что они тут уже водятся. Такс. Что-то, блин, прям совсем четко. Где же они тут есть? Да не нужно мне пока задание. Пока что. Хочется подойти с леса, чтоб не получилось ерунды. Ну да ладно. Сейчас что-то будем думать. Уже по обстоятельствам. О! Всего лишь свин. Всего лишь свин. Так, а где же этот... Так, а что-то я сильно в сторону ухожу от него. О, аккуратней. Да ты чё прикалываешься? Это же я бы тут смог подняться. Господи Иисус. Ладно. Эту винтовочку, кстати, надо поменять. Потому что что-то она меня не удовлетворяет. Я слышу волков. Хотя вряд ли это волки, это скорее всего обычные динго.
тихо. Фу. Получилось. Так. А у них эта херня прямо внизу. Ну хорошо. Тогда давайте подойдем как можно ближе. И порешаем их. Потому что вот там я уже вижу вышку. Это замечательно, по-моему. Что-то прицел какой-то расплывчатый. На дальнюю дистанцию вообще что-то не фурычит. Да. Печаль, беда с этими винтовками, конечно. Блять, промазал. Ладно. В принципе, добыча у меня есть. Все нормально. И на рюкзачок хватит. И вроде как и не обнаружил себя. Черт. Да ладно тебе, можно уже рюкзак крафтить. Такс. На 64, а на большой рюкзак шкура бессмертного медведя, путь охотника. Ну это типа на 96 аж. Ну, хорошо. Прочный ранец для ракет. Нет, спасибо. Хотя давайте возьмем, почему бы и нет. Я все равно этих динго настрелял тут. Что-то так серия началась с охоты. Хорошо. Даже приятно. Ребят, что-то я не понимаю. Там, по идее, большой лагерь должен быть. Кто это? Тоже динго? Я их не жалую. Ой. Ну ладно, чё, раз пошла уже такая пьянка, то давайте. И большой ранец для ракет. Почему бы и нет? В принципе, у меня ракет-то и нету. Да и вряд ли я буду с собой ракетницу носить. Но, в принципе, ладно. Где-то я тут еще одного укокошил. Тут с этими динго вообще проблем нету. Можно выфармливать их спокойно. Правда, вот по баблу у меня вообще печаль, беда. Так, патронмаши, гранатные сумки тут до фула. И тигра даже туда, сразу же. Хорошо, то есть фул, да? Да, супер. Еще остались для мин, для горючего. Но стрелы я вообще не крафтил. Тут бумажник. А что на бумажник, кстати, надо? Однорогий буйвол. Господи Иисусе. Амиацумка. Черные пантеры. Что-то мне запомнилось, это черная пантера, только я не помню чем. По-моему, ее там... Она какая-то там сильно жесткая, что ли? Ну, не помню. В любом случае, разберемся. Беги. Срыгнули отсюда. Беги. Срыгнули отсюда, пиги. Что нажимать-то? Да ладно, и так. Сюда подошел ты, мразь. Но эти собаки, по крайней мере, охотятся не так, как в Сталкере.
Не понял. Они уже переполошились? Хуя себе. Большие проблемы, ребят. Ну вот, одного вижу. Свинки. Ладно, надо снайпера снимать. Тут не может быть так мало противников. Но, блин, точку я тоже не очень хорошую выбрал. Потому что тут, сука, лес. Туда бы перебраться, вот на ту сторону. Там бы было куда удобнее. Ладно, давайте-ка перегруппируемся. Беги. Не мешаться. Беги. Я сказал не мешаться. Вот так вот. Так, чё тут у нас? Чё тут у нас? Недавно поиграл что-то в снайпера. Прошел его почти полностью, там не помню. То ли 80, то ли 70 чем-то процентов. Но вообще по фану. Ведь что-то как-то вот такие вот тактические пострелюхи мне понравились. Угу. Надо того шлепать. Сука, собак много у них тут. Вроде no problem. Собака ж на сигналку не нажмет, надеюсь. Нет? Замечательно. Так, ну я надеюсь, хоть патроны отбил. О, и прокачался даже замечательно вообще. Это по убийствам. Целебное снадобье. Количество ячеек больше будут восстанавливать. Плохо. Серийное убийство. Бесшумное убийство нескольких врагов. Расправляйтесь с ними по очереди. Но эта серия, это тоже такое не очень интересное. Так, это шкурки, убийство ножом. Понятно. Быстрее меняйте оружие. Понятно. Ответить быстрее. Ага, вот это вот, в принципе, удобная херня, да? Шкурки, конечно, неплохо. И вот это вот. Ага, изготовленность надо мне. Нет, вот это. Давайте сначала прокачаем, чтобы больше восстанавливало. Вот. Я думаю, этого будет достаточно. Уже татушка такая, нормальная. И патроны вроде бы отбил, да? Так, а теперь... Куда бы? Теперь я хотел вышку открыть. Вот эту.
А как мне туда взобраться? Вот это уже, дорогие ребята, товарищи, я не знаю. Ладно, давайте пробежимся. Там, по-моему, был хороший подъем. Динго? А вон они. Не подходи нахуй. Че, еблом решил зачекать или что? Я не понял. Это ж тебе не шутка, ёпта. Это дробовик. Ладно, собачки, короче, пойдут на фарм. Вы не парьтесь, это собачки пойдут на благое дело, на спасение друзей, людей и избавление от пиратов, которые промышляют в Карибском море. Я надеюсь, что это Карибское. Вот. Ну, естественно, Джейсон всем поможет. Он спасает и от пиратов, и от просто плохих людей, но при этом убивает сам. Ну, а куда без этого? Ассасины тоже убивают. Но все же ради благих целей. Ох, блядь, далеко идти. Ну ладно. Хро-хро. Так, тут даже без анимации поднял. Вы же не будете меня атаковать, правда? А то как-то меня свиньи чуть не сожрали. По крайней мере, в Dark Souls так было. Если помните, там есть такой момент, когда заходишь за дом, там ночуют три свинюшки. И вот эти вот свинюшки, они просто маленькие создания, и по ним мечом не попадаешь. По крайней мере, мечом без нижней атаки. Динго, блядь, еще фарма. Тедман, нахер они мне нужны? Вы же не хотите меня атаковать просто так, ведь, правда? Правда? Правда. Хорошо. Блин, тут можно себе коленку расшибить. Не, вроде но. Блять, я чуть не что-то. Тут, короче, вараны. Но я их как-то не хочу убивать, то есть. Понятно, это свои. Поэтому пускай живут, в принципе. Что вообще за говно? Кто там на меня рычит? Прекрати немедленно. Бля, рычат вообще как дикие. Такое чувство, что они очень близко вообще. Козел. Да нет тут никого, ёпт. Какой? Ну, короче, какой-то опасный, видать. Пацаны, а там чё так, всё рили плохо? На нахуй. Фу-фу-фу. Ребят, ну я же не с мелкашки стреляю. Ладушки. Им я уже не помог, но хотя бы я отомстил. Так. Блин, какая-то вышка стремательная такая. Так. Снайперка мне очень нравится, но, блин,
была бы она, конечно, покрупнее. Ну, на более поздних этапах, конечно, будет снайперка покрупнее, но все-таки. Была бы она просто покрупнее. Хотя бы даже СВД-ху дали просто протюнинговать. И то бы уже было очень и очень круто. Так, а тут ящик. Для ПП. Господи Иисусе. Надо мне патроны для ПП. Какое же оружие нам дадут на этот раз? Давайте, хочу халявы. Какая-то пещера. Хорошо. Сот Эксп. Радиовышка. РПГ. Ага, понятно. Эту винтовку, что я купил. Блин, а чё так шатает? Ветер, наверное. Так, куда бы нам еще пойти? Блин. Надо бы еще там, конечно, открыть. И там открыть. Но мы уже вплотную, в принципе, подобрались. К этим всем засранцам. Чё, в воду, что ли? Ладно. В воду так в воду. Какие вообще вопросы? Так, ну давайте-ка зачистим еще один лагерь, а в следующей серии уже как бы будем продвигаться по полной программе сюжета. Что такое? Я иду к тебе! Кто? Попался! Ракьяк? Что? Ты чё, либо был настолько напуган, либо я опять вашего одного убил. Да мне, в принципе, вы нахер не нужны, ну. Обидно, обидно. Ладно, чё, погнали. Най-най-най-най-най-най-най. Ладно. Далеко тут или нет? А, ну так себе. Можно поиграть в рывного пацана, конечно. Но я думаю, это одна из тех идей, которые лучше не стоит проверять. Попугаи летают. Ага, вижу. То давайте посмотрим с камеры. Вы что, серьезно? Это все блокпост? Твою мать. Если это все блокпост, то у меня большие проблемы. Потому что он огромен. Надо бежать. Снайперов на крыше я не вижу. Особо пацанов на охране я тоже не вижу. Что это за место вообще? Ладно, давайте разведывать потихонечку.
Блин, я врагов не вижу вообще. Вижу тут убитых варанами. О, подожди, там что-то пробежало. Это беги. Да, бля. Ладно, давайте прорываться. Давайте поднимемся. Что это вообще за место? Броник. Пригодится. Какого хера они тут рассекают? А еще в чем забава? Я не вижу ихнего флага. Ладно, чё. Ох! Да. Сталкер, ты всегда со мной. Почему сталкер? Потому что там я тоже любил так наворачиваться. Что, блядь, это вообще за место? Бля, да они тут патрулируют вообще по полной программе. Давайте как-то просочимся. А хер его знает, типа. Вообще непонятно, что-то нифига. Колесят себе спокойно абсолютно. Какой-то опустевший город. Далеко там еще? Далековато. А что же это туда за место было? Твою мать. Такс. Так, по-тихому. Твою мать! Это было довольно-таки неожиданно. Я думал, она выдержит. Ну ладно. Не выдержала, так не выдержала. Так, давайте пробираться. Нужно выбрать получше точку и положить этих долбанных ушлепков. Твою мать! Тихо. Свяжуем его и уходим. Что, тебя можно свяживать из жопы, что ли? Ну давай. Сейчас же придут. А, Господи Иисусе. Ай. Хорошо. Я надеюсь, подмогу они не вызвали. И очень бы хотелось. Что, блин?
Блин, но тут и живности, конечно. Ебануться. Как же мне повезло, что там не было других буйволов. Я же забыл, что они охотятся именно. Ну что, они живут, в принципе, большим количеством особей. Но, блядь, не таким же ж. Фу, мне повезло нарваться лишь на одинокого буйвола. Но у меня большие проблемы, потому что там огромное количество хищников. Черт. Как подходить к тому лагерю, я пока не имею ни малейшего понятия. Ну ладно, давайте что-то пробовать, как-то обходить. Потому что, ну, это реально говняная идея. Идти где-то ныкаться там. Что это? Черепахи. Черепахи, это не страшно. Там вышка. Гора, в принципе, хорошее место. С горы можно было бы поработать. Давайте так и сделаем. Главное, чтобы эти казуиры, они ко мне не подходили. Вы ж по идее мирные, правда? Блин, как дофига же тут живности. Вы только, блин, посмотрите на это говно. Тут три особи. А, черт. Ладно, что, давайте попробуем щелкнуть кого-то из охраны. Ого, начали дергаться. Может, как-то из леса подойти? Ой-ой-ой, куда? Блин, просрал свою, конечно, снайперскую позицию я. А там чё? Говняно. Реально, всё говняно. Ну где же ты? Что? Хорошо. Молодец, тигра. Хорошая работа. Давай иди сюда, тут тигра есть. Ой. Не-не-не. Смотрите, тигру убили. А кто убил тигру? Странные дела тут творятся, однако. У меня патронов почти нет. Куда вот. Это падло делать? О чем это ты? Ты же вроде в башку целился. Но они потихоньку сбегаются, я так смотрю. Но сложил я их так нормально. Ох, блядь.
вышка. Знаете что, пацаны, давайте-ка вышкой займемся. Коль я все-таки уже сюда пришел. Ага. А этими петухами потом. Отличная засада. Просто, я бы даже сказал, превосходная. Еще 8 баксов. В принципе, тоже хлеб, потому что бабла у меня действительно очень мало. Но там лагерь вообще какой-то дерзкий, потому что, ну, блин... Во-первых, мне кажется, что там много людей. Во-вторых, это лесная чаща, в которой очень много всякого говна водится. То есть буйволы, тигры. Причем буйволов в огромном количестве просто. Тигров я уже там 3 штуки видел. Поэтому не знаю, как я буду зачищать это место, но тем не менее я его зачищу. Это вообще как бы не вопрос. Чё, открывай. Попка пришел. Так, вот это место, блин. Что там за город? Я хз. Получается, да? Мне надо туда, то есть спускаться я буду где-то здесь. Ну хорошо. Угу, то есть теперь и пулемет открыт, и ракетница бесплатно. Замечательно. Но на этом, пожалуй, я закончу, дорогие друзья. В следующей серии мы, наверное, начнем с зачистки вот этого вот ржавого двора. То есть вот этого пункта. Потом телепортируемся сюда, переместимся точнее, и пойдем уже по заданницу. Там я не особо хочу что-то зачищать, хотя, я думаю, придется. Так что посмотрим. Но мы уже подбираемся ближе к сюжетному заданию, поэтому все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео и всем пока!